Это наш раб Леви, он раб нашего города. Потому что не все знают, но как-нибудь встаньте, чтобы все были обращены сюда. Да, простите, да. Пройдите, да, раб, ну как бы, чтобы... Сюда. Проходите. А он что-то здесь, считай, прятался. Нет, он будет сейчас внизу живет. Нет, вот, все внимание должно быть сюда. Видишь, он там платит. Анахну, ахака. Это заповедь Торы освещать жилые помещения медузой. Мы потом...